Так, Сатурн. 28 июля 2021 год, Харьков. Тускленько, но опознаваемо. Вполне себе по колечкам. И вот он. Сейчас будет по всему экрану дефилировать по диагонали. 3.21 по Киеву, по киевскому времени в Харькове. До Сатурна 1 миллиард. Тридцать 7 миллионов километров. Очень близко, как для обычных расстояний до этой планеты, до этого газового гиганта. Начал с Сатурна, потому как он ближе всего уже к горизонту из трех объектов. Съемки задуманы. Так, вон у нас Луна. Вон у нас Юпитер. Не знаю, будет видно на экране. В левом верхнем углу Луна, в правом нижнем Юпитер. Пошли на спутнички, посмотрим. А, при такой настройке светочувствительности может мы только экваториальные полосы разглядим. Слишком тускло. Ради четкости изображения пожертвовал я светочувствительностью на первом дубле. Потом будут съемки где светочувствительность увеличу. О, ты мой золотой, ты посмотри, какие классные экваториальные полосы. А большого красного пятна все равно не вижу. Да, что-то я на асфальт стал снимать, поставил штатив на асфальт, не очень мне нравится. Наверное, сейчас буду на грунт переходить. Как-то регулировать мне настройки приходится при 125-кратном увеличении, передвигая одну из ног треноги по грунту. Так, это у нас справа спутник. Ну, видно же его на экране, или это только я в окуляр его вижу? Я тут сам с собой разговариваю, иначе у меня врачи и палят. Так. Давай вот так, наверное. Так, значит, первый идет, что там, елки-палки, забыл уже, Ганимед, да, справа. Потом идет спутник Ио сразу за Юпитером, левее от него на экране. Потом идет спутник Европа и Каллиста, наверное, далеченько. Сейчас не поместится. Ладно, Каллиста мы уделим внимание при других светонастройках. Настройках светочувствительности. Что-то... Нырнул глубоко. Что-то тут совсем с точки опоры.
хуже, чем у Архимеда. Надо перемещаться. Ну хорошо. Сейчас уже дубль завершу. Так, мне самому надоело, что она так прыгает. И буду перемещаться на другую локацию. Пошли к Луне. Там еще хочу, может, Плеяды поснимать. Видны Плеяды, созвездия. Не созвездия, а звездное скопление. Да, по-моему, так оно правильно называется. Так. Уменьшаю выдержку. И вот она наша красота. Слушай, я не могу. Два глаза вообще, натурально. Только смайлика не хватает. А то какая-то суровая луна без смайлика. Ты посмотри. Натурально, говорят, два глаза. И в каждом по зрачку. Это просто потрясающе. Надо сделать стоп-кадр. Вырезать этот кусок луны и нарисовать там какой-нибудь кратер в форме улыбочки. А то какая-то уж больно суровая луна получается. Да, вот на линии терминатора, где линия света и тени встречаются, очень классные бывают ракурсы. Игра света и тени. О, опять этот прямой угол вижу. Прямо в центре экрана. Вот. Как будто круглый кратер, а чуть-чуть левее прямой угол, как ЛО или ЛГО написано. Кто-то старался. Кратер размером, наверное, километров 100 в диаметре. Ну, вон как раз 100-километровый в левом верхнем углу кратер Платон. Вот, я помню, попросили в комментариях. Ну, не попросили, а просто сказали, что нравится кратер Тихо. Это посмотри. Скачет по камням асфальта. Хорошо, как штиль. Я вчера ехал также на работу. На мосту стал снимать. Там, конечно, сквознячок такой, что лучше бы этого не делал. Так, а где ты? А, вот он там. Кратер Тихо. Тихо Браги. Как раз параллельно горизонту ползет луна. В самом, что ни на есть, зените, видимо. Ладушки. Первый дубль закончен. Сейчас будем увеличивать светочувствительность, чтобы на Сатурн посмотреть. А до Юпитера, я не говорил, да, 613 миллионов километров. До Луны 380. 3.30 по Киеву в Харькове. 28 июля. В 2021 год.